Здравствуйте, с вами магазин «База автозвука». Сегодня мы рассмотрим комплект галогеновых ламп от компании General Electric на цоколь H7, серия Mega Light Ultra плюс 120% яркости по сравнению с обычной стандартной лампой. Артикул данного комплекта 58520SNU. Поставляется в фирменной упаковке компании. Производятся данные лампы в Венгрии. Вот, ну и давайте рассмотрим комплектацию их. В комплекте у нас идет две лампы. По виду это обычные лампы с цоколем H7. Единственное, что напыление голубое, видим, какой тоненькой линией идет вверх, сверху колбы. По мощности это 55 Вт, подключается лампа сугубо на 12 Вольт. При замене лампы нужно помнить, что нельзя трогать голыми руками колбу, вот, и менять после того, как полностью остыла лампа, потому как нагрев лампы идет свыше 200 градусов. Вот, подключаем мы сейчас лампу на питание 12 вольт и визуально посмотрим, как она будет отсвечивать. Подаем питание, лампа у нас загорается, видно, насколько ярко отсвечивает лампа. Цветовая температура намного выше, чем обычной стандартной лампы. Здесь свет ближе к белому идет. В стандартной лампе он чисто желтый. Вот. Ну и на порядок выше сама яркость идет. Как заявлено, на 120% ярче. Дополнительные характеристики и стоимость комплекта таких ламп вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.